и сегодня у меня видео про мои канцелярские покупочки, которые я совершила за последнее время. Для вас у меня две раскрасочки антистресс, одни карандаши и посылочка из Китая. Начну, наверное, с раскрасок, потом перейду к карандашам. Первым у меня идет загадочный лес, мини-раскраска антистресс для творчества и вдохновения. Стоила она 100 рублей, 130. Я думаю, многие, наверное, уже видели обзор на эту раскраску. Тут у нас животные, деревья, феи и все подобное. Даже есть дворцы. В принципе, раскраска очень красивая, классная. Вообще, мне очень понравилась. Только ее купила, поэтому решила сразу вам показать. Кстати, если вы хотите подробный обзор на эту раскрасочку, напишите мне в комментариях, я обязательно засниму. Следующая у меня идет раскраска также из серии арт-терапии. Предыдущая у меня тоже была арт-терапия. Это таинственные мандалы. Она у меня уже в большем формате. Это формат А4. И стоила она, по-моему, 320 рублей. Точно не помню. Да, вроде 320 или 200 с лишним. Вот где-то так. Она стоит подороже, но и в размере она в 2 раза больше, чем эта. Ну, я беру и те, и эти, потому что иногда не хочется разукрашивать большую раскраску. Хочется взять что-то маленькое, быстренько разукрасить и убрать. Поэтому беру и тот формат, и этот. В этой раскраске находятся не только мандалы, узоры, фигуры и всякое такое, цветы. Даже есть что-то такое индийское, животные, люди, индусы. Интересная раскраска, мне очень понравилась, вообще завораживает. Есть такие вот черные разворотики. И всякое такое. Если вы хотите увидеть полный обзор моих раскрасок, или хотите увидеть, как я раскрашиваю какую-либо картинку из своей раскраски, то напишите мне об этом тоже. Если вам это интересно, то обязательно засниму. Из этой серии у меня много раскрасок есть, и мне очень хочется приобрести сказочную зиму, потому что у меня много цветов, кошечек, людей, птичек, животных, мандалы, даже фигуры. Все есть, как бы много чего, но что-то зимнее, такие варианты, у меня нет ничего такого, поэтому хочется какого-то разнообразия. В каждой из этих раскрасок по 128 страниц. По толщине эти раскраски одинаковые. Единственное, чем они различаются, это размером. Это поменьше, это побольше. Ну, давайте перейдем дальше. Следующим, что я хочу показать, это цветные карандаши 24 цвета от Каляка-Маляка. Как тут пишут, мягкий прочный грифель, раннее развитие ребенка. Брала я их, конечно же, для себя. Моему малышу еще пока рановато этими карандашиками пользоваться. Он еще пока рисовать не умеет. У меня очень много карандашей из Фикспресс, но единственный минус, они все очень твердые. И поэтому рисунки получаются бледненькие, не яркие, а остальные карандаши, которые у меня были мягкие, почему-то они со временем стали бледно рисовать. Возможно, они подсохли. Кстати, если вы знаете, почему, напишите мне об этом. Очень хочется мне проверить розовенький, вот такой яркий. Я уже заранее подготовила листочек, поэтому мы можем это проверить. Что я хочу сказать? Эти карандаши мягче, чем те, которые есть у меня. Они получше. Этот был бледно-розовый. Давайте что-нибудь поярче. Темно-зеленый, например, проверим. Да, вот, темно-зеленый лучше видно. И немножечко крошится. Но крошится, наверное, из-за того, что я слишком сильно нажимаю. Карандашики неплохие, мне понравились. Цвет у них довольно-таки яркий, и они мягкие. Им будет очень легко рисовать без особых усилий. Стоили эти карандаши 100 с лишним рублей. Если честно, цену точную не помню. И последнее, что я хочу показать, это у меня посылочка из Китая. Здесь у меня наклейки объемные с кошечками. Вот такие вот наклеечки. Стоили они вроде где-то 15 или 20 рублей, я уже даже не помню. Они были недорогие. Здесь всего лишь один лист. Сейчас я достану, покажу поближе. Пришли они на вот такой вот прозрачной подложке. Сзади просто обыкновенная бумажка. Может быть, кому-то она пригодится. Мне, если честно, она за ненадобностью. Я, скорее всего, оставлю только этот лист, а другой выкину. Заказывала я их не так давно. Пришли они мне довольно-таки быстро, где-то за месяц. Долго я их не ждала. На этом у меня все. Если вам понравилось мое видео, то поставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Ссылочку на наклейки оставлю в описании. Может, вы захотите себе заказать их. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.